Ладно, что, давайте посмотрим, что там еще у нас из заданий. Так, менеджер миссии. Ну, за званием я потом слетаю. Не будем на это отвлекаться. Принятых у нас нет заданий. Так, смотрим предложение. Аргон против ксенонов. Ну, давайте сразу, но сложно, не будем замахиваться. Легкое потом, может быть, еще раз пройдем. А давайте попробуем среднее теперь пройти. Первое, улучшить оборону секторов союзника. Развернуть статичные средства защиты. Найти пилотов и доставить специалиста на фронт. Принять. У меня сразу была уверенность, что я смогу на вас рассчитывать. Значит, в принятых у нас. Раз, два, три, четыре, да? Так, ну давайте по порядку, что тут у нас надо сделать. Мин у меня на корабле нету, поэтому стоит, думаю, слетать. Давайте. Апгрейд, ремонт. Значит, ставим сюда самонаводящиеся ракеты. Управляемые ракеты. Тут ракетниц нету, потому они мне тут не нужны. А вот мины нам нужно будет. Давай 10 штук возьмем. Добавить в корзину. Подтвердить заказ. Полетели. Развернуть 5 мин в указанном секторе. У меня я их 10 взял. 5 пусть в запасе. Развернуть лазерных башен. Еще сразу взять надо. Лазерная башня. 5 штук. А, пока он не закончит предыдущее обновление, новое не получится. Окей, ждем. Давай вот эту рейдерскую группу разгоним отсюда. Они стоят, тут поляну стригут. Че, куда вы побежали-то? Напугались, что ли? Этот далеко не уехал. И этот тоже далеко не уехал. Отлично, все, так. Так. Ну, давайте, друзья, нам лазерные башни же еще нужны будут. Думаю, апгрейд у нас закончился. А сюда возьмем... Где они? Вот они, лазерные башни. Думаю, пятачка нам здесь хватит. Добавить в корзину. Подтвердить заказ. Так, ну а что мы сразу? Давайте вот этот главный. Пусть он автоматически. Развернуть. Раз мину. Развернуть. Два мину. Развернуть. Три мину. Вход в систему. Выбор Хатиква. Развернуть. Четыре мину. И развернуть. Пять мину. И вернуться обратно сюда. Ну, шикарно. Ну, давай сразу лети. Мину ставить. Кто тут? Да когда же тут чокнутый транспорт от меня спят? А чё ты на него не, нет? Он в тебя пострелял. Чё вы там, ребят? Поставь ему шалпан и всё. Ты что, чем-то занят там? Ну, все. Вопрос закрыт. А ты вот этому шалбан поставь. Все. А ты пусть так как этому поставишь шалбан, ай да, вот этому поставь шалбан.
атаковать нормально. Это что еще за куча металлолома? Беритесь с ним и все. По-быренькому. Так, что мы 4 мины поставили? А вот это было совсем дурацкое начало. Ого, это ржавая груда металла мне попала. Отличная работа. Так, теперь развернуть лазерную башню. Где нам их развернуть? Развернуть нам нужно их вот здесь, да? Развернуть. Раз лазерная башня. Развернуть. Два лазерная башня. Развернуть. Три лазерные башни. Так, что мы тут подлетаем? Устанавливаем башни. Где башня-то? Или что, он ее не показывает? Установил башню. Отличная работа. Ладно. Что теперь надобно тебе, старче? Ну это куда ты меня заманиваешь? Какие-то врата, в которые я еще, кстати, не летал. Окей. Летим сюда. Там потом посмотрим. Так, там нам необходимо будет пилота. Есть приказ. Да я сам за руль сяду. Исследователь, агрессор. Полетим в неизведанное за штурвалом. Так, кстати, что у нас тут? Пацанов под контролем все. Ох, она. Слушайте, друзья, ну вот это уже серьезная заявка. Так, вот этого чувака надо на ремонт отправить. Прям он уж слишком уже потрепался. Так, давайте, тут надо отбиться для начала нам. А чё ты? Там не лечишься, что ли? Ну. И пойдем вот сюда тогда, ладно. Апгрейд, ремонт. Ремонтируйся, все, лети давай. Так, что у нас еще кто по щам получил? Больше вроде никого. Так, друзья, давайте-ка мы сделаем сейчас таким образом. В этот бой мы вступать не будем. По крайней мере, сейчас. Эсминца, я боюсь, мы не одолеем. Но давайте мы попробуем. Этих чуваков в сторонку отведем, а то они же сейчас все кинутся в бой. А эсминец им просто навешает. Так, а сам я в Одиссей сейчас прыгну. И в Одиссее мы сохранимся. Сейчас будем пробовать эсминца.
на зуб. Так, кыш отсюда. Так, сначала нам нужно вот что. Меня так легко не убить. Кто кого там легко пытается убить? Это сдриснул сразу. Зассал. Так, где эсминец стоит? Ничего их тут навалило. Ёлы-палы. Это серьезно. Так. Ну, я думаю, мы не будем здесь лезть на рожон. Не с чем нам пока. Предлагаю, друзья, нам загрузиться. У нас есть с вами довольно приличное количество средств. И нам нужен эсминец свой. Одиссей, он тоже классный эсминец, но у него нет основного орудия, поэтому он пока что у меня беззащитен. Если с остальным флотом он справляется, но с эсминцами он безоружен. Эсминцы его очень сильно побеждают. Поэтому давайте мы с вами закажем эсминца, загрузим, выйдем из этого боя. Так, я думаю, друзья, надо даже чуть подальше нам двинуть отсюда. Туда, куда ксеноны точно не сунутся, это вот в этот сектор. Если они сюда их сунутся, то далеко они тут не пройдут. Лететь сюда. Итак, друзья, что я сделаю? Во-первых, на Одиссее у нас есть ракетные установки. А посему он сейчас у нас сюда прилетит. И на эти ракетные установочки ему повешаем тяжелая кассетная ракета. Смотрим, что она у нас по урону дает. Взрывная мощь 5000 мегаджоулей. Скорость 8500. Довольно медленно.
но для этих, для тяжелых целей пойдет. Так, тяжелая самонаводящаяся ракета. 3000 мегаджоулей. Теплонаводящаяся ракета. 3500 мегаджоулей. Тяжелая управляемая ракета. 3500. Ну, то есть кассетная, я так понял, самая у нас. Да, самая у нас тяжелая. Ну, вот давайте мы ее, наверное. Штук 200 возьмем. Подтвердить заказ. Все, летит он сюда, пусть. А пока он летит, давайте мы закажем эсминец. Вон у нас верфи. Купить корабли. Это у нас размер L. Такой же, как Одиссей. Бегемот агрессор эсминец. Ну, базовым вроде как типа 4 миллиона стоит, но мы поставим люкс. Что нам дает люкс? Все, кстати, он не особо-то дорогой получается. Пиковая мощь орудия 3000. Так, ладно, что у нас еще есть? А в Excel у нас есть авианосец. Вот авианосец, у него своего орудия нету. У него есть просто много турелей. Так, ладно, давайте вернемся к эсминцу. Все-таки посмотрим, что у него здесь за орудие такое стоит. Так. А орудие у нас... Смотрим. 1725 мегаватт. По щитам и по корпусу. Это пиковая максимальная скорость. Тепловыделение. 0,67 выстрелов в секунду. Но, друзья, есть один способ проверить его в бою. Это приобрести. Других орудий тут нету. Выбирать не из чего. Так что... Щиты у нас максимальные стоят. Боковые двигатели самые лучшие. Так, орудия оба стоят. Больше некуда. Так, ракетные установки сюда мы ставить не будем. Посмотрим его в бою. Вопрос, сколько он строится будет. Так, защитный дрон, ремонтный дрон. Защитных, ремонтных. Вот так вот по 5 сделать и все. Так, это средство противоракетной обороны. И экипаж. Пускай будут десантники. Если что, вдруг что-нибудь захватывать. Ну, на 20 миллионов мы тут начирикали. Ну, добавить в корзину, смотрим, кто у нас здесь построится. Строится он будет всего 12 минут, в принципе, не так-то и долго. Ну все, друзья, ждем, когда у нас появится второй эсминец. Этот эсминец у меня так с флотом пусть и будет летать, а тот чисто по тяжелым, по станциям и по эсминцам врага будем его использовать. Главное тоже очень довольно опасно стоит. Давай посмотрим, как у нас есть. Блин, и что, они меня просто выгнали, что ли, и все? Сами свалили. А, нет. Друзья, сколько их тут... Тут-то таки прям война идет. Так что не зря мы готовимся. Давайте мы этот корабль тоже сюда, наверное, приведем. Как говорится, пока от греха подальше. Построим эсминцы и потом рванем обратно.
Ну что, Одиссей у меня закончил все апгрейды. Запрашиваю разрешение на стыковку. Готов он отлетать. Но подождем мы еще одного. Что у нас там? Стройка еще пока, к сожалению, не началась. Видимо, чего-то не хватает. Но, думаю, в данном вопросе лучше не спешить. Чтобы было чем эсминцев вражеских побеждать. Давайте настроим Одиссея. Именно его орудийную мощь. Как будут его пушечки стрелять, чтобы он нас не выкинул все наши ракеты сразу по мелким целям. А учитывая, что они не самонаводящиеся, это будет просто выкинуть в пустую. Так, вот ракетная турель. Атаковать крупные корабли. Импульсная зенитка, пулеметная и так далее. Это уже все как положено. Вот так будет уже лучше. Так, что у нас? Встать. Продолжайте действовать, товарищ капитан. Слушайте, ну пока готовится наш эсминец. Следуйте дальше. Не будем терять зря время. Я вот смотрю здесь, возле этих ворот вроде тихо, спокойно, никого нету, вся заварушка у нас возле вот этих ворот и вот этих ускорителей, поэтому полетели, продолжим. Сохранение нам, как говорится, в помощь. Погнали. Чё будем просто стоять ждать? Эсминец пусть делается. Не, ну слушайте, а нам можно два эсминца сделать. Давайте пока сразу и второй запустим. Пусть будет два эсминца у нас. Лишними они точно не будут. Также выбираем люкс. Защитный дрон. Мы просканируем ваш грузовой отсек. Смотри, полиция-то какая активная прям. Все чисто. Следуйте дальше. Сканирует и сканирует. Так, добавить в корзину. Твори. Запрашиваю разрешение на стыковку. Так. Главное у нас прилетел сюда к вратам. Давайте телепортируемся туда, к нему. Вход в систему. Выбор Хатикван. Место дальше я сам. Прыжковая врата. Утренняя звезда. Прыжковая врата. Утренняя звезда. Так, вход что в систему. У нас тут? Утренняя звезда. Данный сектор мы еще не изучали. Разрешение на стыковку получено. Стыковка завершена. Исследователь, агрессор. Почитаем за честь видеть вас на борту. Надо найти и нанять нам сюда, насколько я помню, пилотов, да? Прям на станцию его надо. Окей, давайте посмотрим, что тут есть, и тут же прям, может, со станции наймем кого. Механика. Так, ну вот этот приветствую. Подходит. Ох, дорогой какой. Удачи в пути, приветствую. На его прям сразу сюда нанять поди можно. Ну, слушайте, да? Давайте удачи посмотрим. Удачи в пути. Подешевле какие пилоты есть, а то этот что-то прям уж полмиллиона.
Посмотрим тут. Где люди-то все? Ты не подходишь нам. Да, тут нанизу больше никого нету, да? Сейчас посмотрим наверху. Так, кто тут? Так, а давайте мы из тех, кто у меня есть, кого-нибудь возьмем просто и отправим сюда. Так, где это? Вот отсюда мы информация об игроке. Здесь у нас управление персоналом. Нам нужны у кого-нибудь из обслуживающего персонала. Сделаем пилотом. Мораль звездочка. Кстати, вот он уже прямо подходит, в принципе. Поработай в другом месте. Вот она, эта станция. Выбрать. Служба безопасности напоминает гостям станции, что личные вещи необходимо всегда держать. Назначить. Отличная работа. Отлично. Выполнили мы это задание. Оказывается, ничего сложного. Ну, пошли дальше. Так, что следующее, куда нам лететь? Ух, куда? Вон как аж. Ну и да, лети сюда. Так, что нам нужно будет здесь сделать? Это уже последнее. Полетели, пообщаемся, что она нам скажет. Ага, ну тут потихонечку с ксенонами, я смотрю, разладались уже. Вход в систему. Ну, только с кошмерки от эсминцев от их не осталось. Приветствую. Здорово. Ступи, трон. Я дальше сам. Прыжковая врата. Путеводная звезда. Вход в систему. Путеводная звезда. Неизвестная зона. Путеводная звезда. 7. Стыковочный отсек. Разрешение на стыковку получено. Еще я четко попал. Стыковка завершена. Самая быстрая посадка. Почитаем за честь видеть вас на борту. Исследователь, агрессор. Я здесь по делам. Приветствую. Конференц-зал. Мы пошли в конференц-зал. Приветствую. Прибудьте на борт. На вашем корабле недостаточно места. Ах, вон как, да? Короче, нам надо освободить место на корабле. Нам надо освободить место на корабле. И этих потом... Сейчас еще, значит, получается, за одним лететь надо будет. Так, ну нам тут десантники не нужны. Уволим ему. А этот... Да. Приветствую. На корабль ко мне.
прибытия пассажира ждем. Привет. Да, давай. Вон пассажир идет. Я на борту, можем отправляться. Шикарно. Магистраль, путеводная звезда, 5. Вход в сектор, путеводная звезда, 5. Прыжковые врата, двое великих. Вход в систему. Двое великих. А слушайте, у нас с вами один бегемот готов. Ну шикарно. Мы уже не безоружны. Все ждем второго бегемота и можно уже в нормальные боевые действия вступать. Не бояться эсминцев. Вход в систему. Центр дохода Альфа. Вход в систему. Безмолвный свидетель. Вход в систему. Выбор Хатиква. Сектор. Так. Выбор Хатиква. 3. Разрешение на стыковку получено. Что-то не впечатляет. Отличная работа. Почитаем за честь видеть вас на борту. Так, что этот у нас высадился сам, получается. Ну и все получается, да, у нас? Да. Данную миссию мы все выполнили, все задания, которые были в ней. На этом данное видео, думаю, все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если понравилось видео, ставим лайк. Не забываем оформлять подписку, чтобы не пропустить следующее видео. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока!